С потеплением в Чувашии все актуальнее становится проблема паводков. В Алатри зона подтопления подошла совсем близко к жилым домам. Как работают спасательные службы, узнала наша съемочная группа. Многие в Алатри помнят 2012 и 2013 годы. Тогда уровень воды поднялся до критической отметки, затопило многие жилые дома. Сейчас ситуация значительно лучше, но все же за состоянием этих мест ведется ежедневный мониторинг, а дежурные бригады перешли на усиленный режим. В настоящий момент в городе Алатри уровень воды на 19 число в 7 часов был 6 метров 10 сантиметров, что привело к подтоплению 4 домов в поселке Зеленый. В настоящий момент в дом вода не зашла, находится около дворовых построек. Алатырский район не единственный, входит в группу риска во время таяния снега. Для подготовки и предотвращения этой проблемы в каждом районе созданы противопаводковые комиссии. Специальные службы проводят обследование состояния гидротехнических и водопропускных сооружений. Улучшение, правда, уже происходит, но немного нас потревожил Батыревский район, Комсомольский район, малые реки Кубня и Вола, в которых вышли из берегов и подтопили часть населенных пунктов и жилых домов. В целом на сегодня ситуация выравнивается, уровни воды спадают. Там, где подтопления происходили уже, этих подтоплений практически не осталось. В случае обнаружения опасных природных явлений гражданам стоит связаться с единой дежурно-диспетчерской службой по номеру 1383. Алексей Табинов, Александр Петров, Республика.